Итак, начнем разбор Мордянди. Значит, первый аккорд напоминает нам собой аккорд D, вернее, аккорд DM, только ставится он не в нижней позиции, а чуть выше, на 2 лада вверх. То есть будет примерно следующее. Третья струна 4 лад вторым пальцем, вторая струна 5 лад мизинцем, и первая струна 3 лад указательным пальцем. Играем 4 звука вместе. Как вариант, некоторые аккорды можно играть арпеджиато. Это разложенный аккорд, то есть играющийся не одновременно, а чуть-чуть в таком разложенном состоянии, постепенно. Итак, значит, играем аккорд. Потом играем только 2 звука от аккорда, нижние, то есть вторую и третью струну, и потом первую струну. Итак, значит, получится аккорд, потом 2 звука этих и первая струна. В ритме будет так. Раз, два, и. Дальше, значит, разбираем. Отпуская этот аккорд, оставляем только первую струну, то есть указательный палец, но перемещаем его на один лад вниз. Значит, и играем уже остальные ноты в этой позиции. Играем у нас, значит, второй лад, потом будет третий лад, потом будет, значит, двойной прием игры, который будет называться двойной форшлаг, но по сути он собой представляет, что мы играем первую ноту, потом играем молоточек и сдергивание тут же. То есть двойное легато. Восходящее легато и нисходящее легато. После этого играем открытую первую струну. Значит, это получается у нас следующим образом будет звучать. То есть первые два звука в ритме. Потом надо быстро сыграть молоточек, сдергивание и открытую струну. Значит, от одной струны молоточек, сдергивание и открытая. В ритме это будет так звучать. И целиком первый такт будет звучать так. Мы играем аккорд, потом играем вторую, третью, первую струну, перемещаемся второй, третий, сдергивание, открытая. Еще разок. Раз, два, и три, и четыре, и по ритму. Значит, начало следующего такта будет такое, что если мы снова играем аккорд, но дальше идем не вниз, а вверх. Значит, и вторая половина этого такта будет у нас так выглядеть. Значит, мы играем третьим пальцем пятый лад, а потом должны мы, значит, следующей нотой сделать, сыграв ее тут же молоточек и сдергивание, чтобы вот так получилось. Четвертый, пятый, четвертый лад. Значит, у нас получится пятый лад, потом вот такой момент. И на третий лад мы перемещаемся указательным пальцем, и третьим пальцем потом опять играем пятый лад. Получится, значит, все вместе. Пам. А такт целиком будет звучать, значит, у нас так. Аккорд. Еще разок. Раз, два, и три, и четыре, и по ритму. Сыграем два такта вместе. Раз. Это быстро. А теперь еще раз медленней. Раз, два, и... Второй. Так, играем третий такт. Значит, в третьем такте нам нужно будет тоже, как вот этот вот двойной прием игры, то есть молоточек плюс сдергивание, сыграть, но сыграть вместе с басом. То есть мы играем третий лад и пятый лад. Сыграем, значит, бас с третьим ладом. Потом делаем молоточек, сразу сдергивание за ним. И получается вот такое созвучие. После этого ставим аккорд на... Значит, аккорд будет вот типа аккорд D7. Вот, только без баса четвертой струны. Это получается третья струна, второй лад. Второй палец, вторая струна, первый лад,
И третья струна, то есть первая струна, второй лад. Значит, получится все вместе в третьем такте. Это первая его половина. Значит, вторая половина этого такта. Мы играем мизинцем по пятой струне, потом вторую струну на первом ладу, первую открытую струну и первую струну на первом ладу. И переходим снова в аккорд, который вот мы изучали, вот этот. То есть играем бас и первую струну вместе. Потом играем вторую, третью струну и первую струну. И так получится у нас... Значит, это мы полтора такта новых сыграли. Сыграем еще раз целиком от начала до этого места. Значит, смотрим, что у нас дальше идет. Вторая половина этого такта, это у нас четвертый такт получается. Мы играем бас на третьем ладу пятой струны, и дальше по первой струне идут три ноты. Второй лад, третий и четвертый лад. И все это нас приводит потом в следующий такт, где мы поставим малое барре, то есть на три струны, на пятом ладу. И сыграем сначала два звука, четвертую струну и первую струну вместе. После этого поставим безымянный палец на седьмой лад второй струны. И сыграем два звука, третью и вторую струну. И будет раз, два. После чего можно сыграть все звуки вместе, все четыре звука вместе. Потом играется вторая, третья струна и первая отдельно. Целиком это так получается. Раз, два, три, четыре и... А с предыдущего момента, когда мы к нему подходим из-за такта, будет звучать так. Раз, два, три, четыре и... Значит, разбираем дальше. Дальше мы отпускаем барре и играем такую последовательность. Мы играем четвертую струну вместе с первой на седьмом ладу. Потом делаем сдергивание на безымянный палец. Если сдергивание не получается, можно сыграть просто звук, ну, как бы извлечь его правой рукой. А так, сдергивание, либо так. Значит, последовательность будет такая. Седьмой лад, шестой, пятый. Потом вторая струна на седьмом ладу. Потом по первой струне 5, 4, 5, 7. Пальцы будут 4, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 4. И, значит, дальше мы приходим опять двойным приемом игры, то есть, значит, молоточком плюс сдергивание. Играем так, третью струну вместе с первой струной на пятом ладу. Сдергивание же будет происходить пятый, седьмой, пятый лад. Потом мы переходим указательным пальцем на четвертый лад, и потом на третий лад проскользим указательным пальцем, подставив еще два звука, вторую струну третий лад, третью струну четвертый лад. И получится такое положение у нас. И получится у нас, значит, от предыдущего места... Значит, и дальше продолжим. Значит, дальше у нас будет так играться. Пятая струна, второй лад. Вторая струна, третий лад. Первая струна, тоже третий лад. И потом мизинцем на четвертый лад. И переезжаем в пятый лад. Играем одновременно с басом на третьем ладу шестой струны. Потом безымянным пальцем четвертый лад. И аккорд G неполный у нас получается здесь. Четвертый лад, и на барре аккорд стоит. Значит, у нас получится отсюда
потом пятая струна, вторая по первой, переехали мизинцем. И дальше у нас будет аккорд, переходящий на новую часть. Разберем его, играем пятую струну на втором ладу, потом первая струна на третьем ладу, потом три звука вместе. Это, значит, мы, у нас получается баре на втором ладу и безымянный палец на второй струне на четвертом ладу. Играется три звука вместе. После того, как они сыгрались, средний палец делает молоточек на третий лад. И получится сначала бас, потом звук, потом три вместе и молоточек. Значит, еще разок, два эти такта сыграем вместе. Отсюда начинаем. Потом переехали баре на третьем. Баре на втором. Значит, мы сыграли раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь тактов. Это первая половина первой части. Сыграем их еще раз медленно, целиком, чтобы понять, как что у нас идет. Итак, аккорд, переехали, двойной, открытая, опять аккорд, по первой струне, двойной, аккорд, половину первой части. Значит, играем шестую струну, потом первую струну, потом на третьей струне указательным пальцем на одиннадцатом ладу берем звук и тут же его перемещаем на двенадцатый лад. Значит, шестая, первая и по третьей струне 11, 12. Дальше мы ставим баре, ну мы по сути сразу можем баре поставить этим вот малое баре на одиннадцатом ладу. Потом мы играем вторую струну и первую на 12-м ладу. Все на баре, то есть все на указательном пальце. Дальше нам нужно сыграть мизинцем на 14-м ладу. И потом продвинуть его на 15-й лад, чтобы у нас получился такой слайд или скольжение. Значит, это так целиком будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вместо слайда иногда можно сыграть восходящие легато или молоточек, если поставить третий палец и потом четвертый уже. Это тоже может быть. Либо два последних звука можно поменять. Значит, второй такт разбираем. Он, по сути, с ним завязан вместе с первым. Значит, мы играем первую струну на 14-м ладу третьим пальцем, потом сдергиваем. 12 лад у нас получается, баре все так стоит. Вторая струна, третья струна. Потом мы перемещаемся указательным пальцем на 8 лад, чтобы у нас скольжение здесь оказалось. Потом открытая первая струна, потом по первой струне второй и третий лад. Вот по такой аппликатуре суженной. Либо можно два соседних пальца. Но так, чтобы последний звук у нас был безымянным. Значит, еще раз все звуки второго такта. И целиком два этих такта будут звучать так. Шестая, первая, одиннадцатый, двенадцатый. Пардон. Потом сдергивание. И по первой струне. И дальше мы должны прийти, значит, вот этот последний звук мы взяли, слайдом в седьмой лад, вместе с пятой струной его сыграть. Потом будет шестой лад с соседним пальцем и баре, малое баре на третьем ладу, на пятом ладу. Значит,
дальше разбираем. Играем бас. Ставим, значит, указательный палец на пятый лад, безымянный на седьмой, с второй струны. И дальше мы должны проехаться на безымянном пальце немножко выше. Это мы сыграли. Следующий лад будет седьмой, восьмой лад. И потом еще два раза надо так сыграть, вернувшись сюда. Получится бас по первой струне 5, 7, 5, 7, 5. Вот. Но пальцы здесь меняются. То указательный, то средний на первой струне. А безымянный палец не снимается. Мы прокатываемся им, значит, проскальзываем с 7 лада на 8. Еще раз, значит, бас. 5, 7, 5, 7, 5. После этого надо сыграть, поставить опять малое баре и сыграть пятую струну, третью, вторую и первую. Вторая струна у нас на 7 ладу. Вот, у нас получится, значит, целиком эти 4 такта. Дальше мы, не снимая вот этот палец безымянный, проскальзываем им на четвертый лад второй струны, значит, от седьмого лада на четвертый. А здесь уже ставим полное баре. Здесь было малое баре на три струны, здесь будет полное баре, но можно от пятой струны, потому что будет браться бас пятой струны. И здесь у нас получается на баре три звука. Первая, вторая и третья струна. Три раза будет играться аккорд. То есть будет бас и три аккорда. Дальше мы баре не снимаем, ставим, значит, другие два пальца. У нас получится безымянный на третьей струне, четвертом ладу, и второй палец, то есть средний, на первой струне, на третьем ладу. И вместе с тем же басом играем. То есть у нас получается пятая, третья и первая струна вместе. Вот так. Потом отпускаем эти два пальца. У нас получается на баре вторые лады, тоже вторая, то есть тоже третья и первая струна, значит, было так, станет так. Дальше мы, тут по желанию, если баре сложно удержать, его можно снять, если нет, то можно попробовать его удержать, значит, первое, второе. И дальше мы играем на пятых ладах четвертую и вторую струну. Потом переезжаем этими же двумя пальцами ниже на четвертый лад. И получается все вместе у нас раз, потом два, потом на пятом ладу три, четыре. Значит, и в качестве... значит, целиком эти два такта будут так звучать. В этой позиции у нас бас, три аккорда, пятая, третья, первая вместе, потом отпускаем их по второй и четвертой струне, ниже, и дальше будет окончание. Мы играем четвертую и первую струну вместе на втором ладу. Потом отпускаем второй лад на первой струне, играем три звука вместе, третью, вторую и первую струну. Аккорд, что получился? Раз, два. После этого будет нисходящий ход, значит, после баса. Вот так он звучит. Это можно играть, не меняя пальцы, можно одним пальцем вниз проскользнуть. Но как бы то ни было, должно звучать следующее. Шестая, первая струна, потом вторая на пятом ладу, снова первая струна, на второй будет четвертый лад, опять первая струна, третий лад, опять первая струна, второй лад, опять первая струна и первый лад. Шесть, один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Это по струнам. А по ладам? Ноль, пять, ноль, четыре, ноль, три, ноль, два, ноль, один. Пальцы здесь любые, какие удобно. Значит, получается, у нас вторая половина первой части, значит, вот эти вторые 8 тактов, по сути, целиком будут звучать так. 6, 1, потом... Thank you.
попробуем сыграть очень медленно целиком всю первую часть. Что у нас выходит? Аккорд типа DM целиком.